Это мой первый научно-художественный фильм. Хотел дать титул фильму «Инопланетяне», но решил назвать «Иностранец». Это название больше подходит фильму. Начну с фрагмента из реального события, чтобы вызвать интерес. Представляя один из удивительных предметов, который способен воспроизводить воспоминания. Употребляя фрагменты старых фильмов, свободные от прав производителя, конечно. И немного юмора никогда не помешает. Женщина и немного секса – неизъемная часть кинематографии. Мой брат всегда мне помогает в работе. Всегда хочу, чтобы в фильме присутствовало немного давления. И я его в этом слушаю. Мне нравятся концовки, которые дают человеку задуматься над фильмом. Может быть, и мой фильм для вас откроет что-то новое.